Ви на розборі польотів. Цього року в Україні мав відбутися перший в історії України гей-парад. Чому цього не станеться, з'ясуємо сьогодні в розборі польотів. Як представитель очень важной профессии, я обязан пропагандировать толерантность, она же терпимость. Но как отец, как журналист и как мужчина, в отношении той темы, которую мы сегодня будем обсуждать, я до сих пор испытываю большие колебания. Пожалуйста, я призываю вас всех к серьезнейшему разговору вместе с Юлией Литвиненко. И Атаром Кашинашвили сегодня в разборе полет. Итак, коллега, в преддверии гей-парада, которого, как мы понимаем, не будет, тем не менее, мы спросили жителей столицы, как они относятся к этому явлению. Внимание на экран. Как вы относитесь к тому, что, собственно, здесь будет происходить первый гей-парад? Гей-парад в Украине? Я поважаю свободу людини в будь-яких проявах, в тому числі навіть в таких. Ну, безпосередньо, як ставлять до сексуальних меншинств, скоріше із состраданням російської мови. Нашому суспільству, я вважаю, не потрібно. Тому що такої критичної маси, наприклад, народу, яка вимагала б цього, немає. Їх потрібно вбивати. Їх потрібно різати. Підараси. Ну, тому що вони не заслужують такого. Глумління на те, що тут щось проходило. Їх потрібно заслати в якийсь... гетто, как во Вторую мировую, и расстрелять. Или держать, потому что сейчас есть статья за убийство. Нету смертной казни. На здоровье. Все имеет право на свое существование. Я думаю, все имеет на свое право на жизнь, если оно не приносит вред обществу. Они же не выйдут, не будут бить окна, там, витрины и так далее и тому подобное. Правильно же? Они мирно пройдут, порадуются жизни. Почему бы и нет? Гей-парад? Ого. Не знаю, как это, честно говоря, все равно. Удивляет, конечно. Я думаю, что не очень. Мирно, гладко пройдет. Думаю, будет побоище какие-то. Очень плохо. Почему? Я нормально. Ну, я как парень не люблю вообще геев, и они очень меня раздражают. Поэтому не хотелось бы, чтобы гей-парад, ладно, он в Европе и в остальных странах, не хотелось бы, чтобы он подбирался так близко к нашей стране. У нас как-то молодежь прогрессивная, и у них есть мозги, как бы решить, что... Ну, это не предмет подражания, как бы не нужно посмотреть, как бы делать так же самое, и есть право выбора, а ну, люди такие родились, как бы мне как бы, я отношусь как-то сторонне. Но девушки всегда к гей-парадам относятся лучше. Пускай лучше проведут лесби-парад, мужчины тоже парад. Как вам такое мнение жителей столицы? Это очень приятные люди, все без исключения, кто высказался. Я просто хочу обратить ваше внимание, когда призывал их к серьезному разговору. Априорно говоря, например, гнобить их, уничтожать их и сослать их в гетто, эти слова всегда вызывают горячую поддержку. Если ты говоришь, надо их истребить, как я говорил раньше, ты уже обречен на успех, все будут хохотать. А что же заставило вас изменить ваше мнение? Я думаю, что, ну, во-первых, прожитая жизнь целая. И я когда сказал про колебания... Я не уверен, я ничего не определился с позицией. Так. Каждый волен жить, как он хочет. Но хочу ли я, чтобы мои дети хоть какое-то отношение имели к этому, категорически нет. Ну хорошо, наш первый герой попытался на себе почувствовать, каково же в Украине живется представителем сексуальных меньшинств. Он преобразился и сделал это ради театральной сцены. Сейчас расскажет о своих новых впечатлениях. Актер Владимир Гаянский впервые в студии «Разбора полетов». Добрый вечер. Итак, Владимир Горянский исполнил в совершенно новой театральной постановке роль транссексуала. Трансвестит. Да ладно. Как докатились вы? Хотя подожди, транссексуал, трансвестит, это одно и то же? Да, чувствуете разницу? Для людей, да. Люди не чувствуют, никакой границы не знают между ними. А как вы ощутили? Как вы сейчас? Как легко далась вам эта роль? Ну, здесь еще будет в гостях режиссер этого спектакля и автор. Главный виновник. Главный виновник. Вы будете спрашивать про все. А вообще, я должен сказать, что я очень люблю роли острохарактерные, яркие. И в театре мне с этими ролями везет больше,
чем в кино. Поэтому я отнесся с интересом к этой роли, хотя трудности, которые как бы возникли в связи с исполнением этой... Ну, есть вещи, как бы чисто, все-таки носить платье, каблуки вот такие огромные, да еще в этом танцевать, а потом клеить ресницы, надевать парик и так далее. Ну, я предлагаю нашим зрителям посмотреть, как вы перевоплощались в женщину. Мы посмотрим небольшой сюжет и продолжим внимание на экран. О, боже! Цієї весни протистояння геїв та натуралів відбувалося на одній з театральних сцен Києва. Режисер Віталій Малахов наважився на гостру тему, щоб поговорити про нетолерантність сучасного суспільства. Я противник любого геноциду, противник любого розділення чоловіка по яким-либо признакам, кроме его гуманистических идей. Я не уверен, что среди транссексуалов все порядочные. Так же, как я не уверен, что среди нетранссексуалов все порядочные. Антреприза «Він моя сестра» про двох непримиримих сусідів, транссексуала у виконанні Володимира Горянського та брутального полісмена у відставці Олексія Маклакова. Їхні різні світи, можливо, ніколи б не перетнулися, якби не низка ситуацій, в якій кожен з ворожих сторін згадує про власну людяність. Горянський власну роль провокативною не вважає. Його герой надто гострохарактерний та глибокий, аби бачити в ньому лише перевдягненого чоловіка. Послухай, малиш! Жить моей жизнью нужно больше мужества, чем имеет твой город. И мои испытания тебе не принесут. Малахов не приховує. Тема з перечинкою обрана недаремно. Вона приречена на комерційний успіх. Щоправда, на Росію митці не розраховують. Подібний спектакль там навряд чи колись побачить світ. Зараз, ви знаєте, у нас там розглядається якийсь закон боротьби з гомосексуалізмом. Я взагалі не розумію, коли щось запрещають. Як будто б вдруг обнаружили ту болезнь, яка так раз, як бомба, утром на рассвете рванула. Мені здається, терпимість... Это и есть, наверное, показатель силы страны. Украина пока в чем-то очень свободная страна, и поэтому здесь эта пьеса пойдет. И вона и насправді пішла. Блакитна тема знайшла в Київському театрі не одного поціновувача. Владимир! Я должен вам сказать, что, не будучи невеликим специалистом и только наблюдая, вы очень органично смотрелись в той роли, которую играли. Это честь и хвала как актер. Вот ведь какая штука здесь. Когда я призывал к серьезному разговору, что раздражает моих товарищей в гомосексуалистах, транссексуалах. Если бы они не так предъявляли публике свою позицию, с ними бы мирились. Но когда они начинают говорить, вот вы как в роли, быть мной гораздо сложнее, чем вам, с чего вы взяли, что сложнее? Ну, я спрашиваю, как у актера. Вы исполняете роль. Гомосексуалисты при мне много раз говорили, мной быть сложно, а вам легко. Почему? Я вам скажу, как натурал. Мне очень сложно живется. Так может поменять ориентацию? Какая отдельная почему вы с такой надеждой спросили меня об этом? Не, ну вы говорите, что там легче живется. Понимаешь, это все нужно задать женщине. Знаете, наверное, женщине легче жить, чем мужчине. И наоборот. Вот я и говорю, что предъявление друг другу мне сложнее, чем... Это уже тупиковый путь. Я много кого переиграл. И плохого, и хорошего, и ради бога. И сыграть трансвестита, я считаю, как с точки зрения профессионального, это очень интересно. А скажите, а каким образом вы погружаете в роль? Вы исследовали характер этих людей, вы общались с ними. Провокация сейчас. Это тот же процесс, как и над всеми остальными ролями. Абсолютно. Так. Естественно, мне Виталий много помог, потому что он вошел в контакт, в какие и костюмы шились, и все, что здесь сделано с точки зрения костюма, макияжа, просто как бы люди, сложно сделать это. А у Малахова откуда такие познания? У Малахова? Ага. Вот в связи с этой пьесой он и находил тех костюмеров, тех людей. Какое глубокое знание материала нам продемонстрировали. Ну, а как же? Ну хорошо, давайте у Малахова спросим. Режиссер спектакля «Он моя сестра» Виталий Малахов в разборе полет. Прошу вас. Итак, господин режиссер,
Ведь до недавнего времени в театральных кругах о вас говорили как о знатном гомофобе. Что произошло в вашем сознании? Ничего не изменилось. Да вы что? Безусловно. А почему вы думаете, что что-то... А почему должно... вы на меня смотрите? Почему возникла идея постановки такого спектакля? Это как бы острая тема. У меня до этого выходили достаточно хорошие спектакли «На дне», «Вампилов», «Чулимск», которые... Я договорю. Которые получили много премий и все прочее. И вы меня никогда не приглашали на эту тему, и мы никогда эту тему не обсуждали. А эта тема, видите, сразу вызвала интерес. Это хорошо, хорошее дело, собаку укусила человека. Вот если бы человек укусил собаку... Да, вот я поэтому... думаю, что... Вы сказали, Виталий, мне очень близко. Кстати, я испугался вашей фамилии, я думал, что Андрей приехал. Ему эта тема очень близка. Ведущему программу пусть говорят. Я думаю, да. Я хочу вам сказать, что мне очень симпатична позиция. Я против любого геноцида. Среди гомосексуалистов полно плохих людей. И среди тех, того крыла, который представляю я, будучи отцом и человеком ярко выраженного гомофобского, тоже полно плохих людей. Мне очень близка эта позиция. Как вы полагаете, 2012 год отменяются гей-парады. Неужели страна настолько слаба, что видит проведение веселого, красочного, карнавального шествия? Подождите, я должна внести ясность, друзья, потому что как раз общество оказалось более толерантным и более готовым к тому. Да, потому что мы получили письмо, которое пришло к нам из мэрии, которое подтверждает тот факт, что они действительно, городские власти Киева, разрешают этот манифест, по сути. Да, я прочитаю языком оригинала. 12 квітня 2012 року організатори вказаної акції письмово повідомили Київську міську державну адміністрацію про те, що організаційний комітет Міжнародний форум фестиваль Київ Прайд 2012 прийняв рішення не проводити зазначений захід. Із цього письма слідує, що, по суті, самі ініціатори цього фестивалю відказались. Опасаюсь. Да, ну, по всій відомості, вони появляться в цій студії, ми знаємо, чому. Да, я спрашиваю. Украина европейская страна. Она позиционирует себя как страна, которая претендует на то, чтобы быть частью Европы. Неужели страна чувствует себя как Россия, откуда я приехал, такой слабой, что видит в этом такую угрозу? У вас, кстати, на спектакле полные залы? Да. Ну да, конечно. Как люди реагируют? Кто приходит? Какая аудитория приходит смотреть спектакль? Абсолютно разная. А почему вот эта тема так интересна? Зритель плакал, переживал, смеялся. Я вам скажу, почему эта тема интересна. Потому что она острая. Вы видите, вот мы даже сидим сейчас, и как бы умные люди, и вот молодые люди, и как бы точного ответа дать нельзя. А ведь театр, в общем-то, призывает к размышлению. Для меня достаточно того, что люди начинают об этом думать. То есть я... Да, уже начинают хотя бы думать. Да, то есть я не знаю ответа. Я так же, как и вы, я отец, и у меня есть... В подборке участвовал, в видеоподборке участвовал молодой человек, который наслышался где-то, что их нужно истреблять. Он на такие спектакли не ходит. Нет, он смотрит гомофобские картины, и он среди одноклассников или там среди своих друзей слышит, их нужно убивать. Он даже не знаком с ними. Совершенно правильно. Я думаю, что огромная проблема это, в общем-то, отсутствие информации. Но ведь вы же тоже сказали, что вы были гомофобом до того, как... Да, я не был, я и есть гомофоб. Да, ну... Ну, конечно. Да, ну, о чем вы говорите? Я с внуком 6 лет смотрю вечерами «Плейбой». За внука я спокоен. Внука... За внука... Я поэтому говорю, что я совершенно не призываю любить хорошо относиться к человеку, который называется гей. Я призываю относиться к человеку как к человеку. Я напоминаю вам, что глаза – зеркало души, а не гениталии. Товарищ режиссер. Так. Ну что ж, давайте у нас... Итак, нам официально сообщили о том, что гей-парада не будет в столице. Сам оргкомитет принял решение отменить мероприятие. Сейчас узнаем, по какой причине. Тарас Красильчук, председатель оргкомитета «Киев Прайд 2012», сегодня в студии «Разбор полетов». Прошу вас. Здравствуйте, Тарас. Тарас, должен вам сказать, что аплодирую я вам. Тарас, по-моему, принес нам сенсационную новость, потому что у нас есть... Состоится все-таки... А что вы с такой надеждой, Горянский? Вы все-таки втайне надеетесь... Сенсационно. Тарас, у нас есть ответ киевской мэрии. Кстати, если вы помните, московская мэрия города Москвы не разрешила проведение в Москве гей-парада. Киевские власти оказались более толерантными, вы получили разрешение, и вдруг последовал отказ. Что случилось?
Был целый ряд организаций, которые, что они сделали? Они на то же самое место, на которое планировали провести мы, да, так. Это улица Сагайдачного. А почему на Сагайдачного вы хотели провести? Ну, вы знаете, это было общее решение. Кстати, это недалеко от Малаховского театра, кстати. Это было общее решение. У нас мы приняли его на заседание организационного комитета. Ну, у нас туда входит 11 активистов, представляющих разные организации ЛГБТ-движения. И потом на это же самое место, если я не ошибаюсь, 6 либо 7 других организаций подали заявку. Хорошо. Тарас, а скажите честно, а зачем вот эта публичная демонстрация своих сексуальных пристрастий? Зачем вам нужно? Ну, вы знаете, мы не демонстрируем свои сексуальные пристрастия. Во время этого мероприятия абсолютно не планировались никакие ни карнавальные... Совокупления. Ничего подобного не предусматривалось. А что? Какая программа? В наших реалиях Восточной Европы Прайд — это исключительно мирное шествие абсолютно нормально, обыкновенно одетых людей. С какой целью? С целью обратить внимание общества к огромной проблеме стигматизации и дискриминации геев. Угу. А какая дискриминация? Вы не говорите, на какие факты вы опираетесь? Вы же отменили из боязни напороться на гневную реакцию публики. Откуда вы знаете о гневной реакции, если вы не проводили ничего? Какая получается ситуация? В любом случае, при таких случаях, когда на одно и то же место подается несколько организаций, Киевская городская администрация подает в суд, и мероприятие запрещает проводить всем. То есть в любом случае, если бы мы заявку не убрали, мы бы могли немножко подгадить власти. Потому что официальный запрет через суд такого мероприятия в Европе расценивался бы как акт гомофобии со стороны киевских городских властей. То есть вы спасли власть? Ну, мы не спасли власть. Просто эту власть уже не спасет. Зачем? Если можно сгладить ситуацию, если можно сделать так, образом? Чтобы всем было хорошо. Как вы сделали? Всем хорошо? Отозвали. Допустим, если бы тема была «Геи в защиту Андреевского спуска». Кстати, почему вы не поменять лозунг, допустим, да, к вашему вооружиться лозунгу, хорошим, благородным... Абсолютно, этот лозунг озвучить, и не можно было присоединиться к многим организациям. Я не уверен в том, что организаторы вот этого пикета за Андреевский спуск были бы в восторге, если бы геи сказали, что они поддерживают. А почему? Из-за того, что в обществе существует жесточайшая, абсолютно неоправданная стигма. Эта стигма, это иррациональная ненависть к гомосексуальным и трансгендерным людям. Ну на чем вы базируете? Вот смотрите, у нас в столичном театре уважаемый и заслуженный режиссер делает театральную постановку, которая привлекает внимание зрителей, кстати, да? Вот к теме, о которой вы сейчас говорите. Почему вы считаете, что общество... Вы получаете согласие киевских властей на организацию гей-парада, и вдруг вы отказываетесь? Вы не ожидали, что вам позволят провести гей-парад в Киеве? Почему? Я был всегда уверен в лояльности киевской... Потому что не было другого варианта. Либо через суд запрет. Это был единственный вариант. Запрет через суд. В итоге вы не будете проводить гей-парад? Мы будем проводить. Когда? В намеченные даты. 19, 20, 21. 19, 21 это закрытое мероприятие. То есть вы просто переносите и 20-е, ну да, и 20-е это непосредственно шествие. О какой массовости мы говорим? Сколько вас там? 4 человека? 4 тысячи? Сколько? Чтобы я знал, что мне грозит, когда я... Мы выеду в город. На самом деле мы планируем 100-200 человек и мероприятие. Мероприятие это будет закрытое. Дело Старик, в том, что вот просто развелось, что просто человек. Ну, на самом деле это очень небольшое количество. Конечно, я не принимаю близко к сердцу. Мероприятие будет закрыто, и на этом мероприятии не смогут принять участие все желающие. Я расскажу анекдот. Анекдот это последнего месяца. Мой любимый анекдот о том, как встреча выпускников, встречаются один такой респектабельный человек и один такой задерганный безумно. И он говорит: «Вась, ну как ты?» Он говорит: «Да что ты, я живу там под Макеевкой, 3 часа в шахту лезу, самодельная шахта, залажу туда, набираю ведро угля, потом 3 часа вылажу, потом иду на базар продавать этот уголь, а на базаре продают, все продают тоже уголь, никто его не покупает». Он говорит: «Ну успокойся, давай выпьем, успокойся». Да, он говорит: «Да как выпьем, я там оставил детей, там я то, сё, третье, я лезу в этот, в шахту, вылажу». Он говорит: «Ну успокойся, давай выпьем». Они выпили по 100 грамм коньячку. Сидят, и вот этот респектабельный говорит: «Послушай, а как там вообще наши? Ты помнишь Клаву? Я за ней ухаживал, ты за ней ухаживал. А потом вроде она тебя выбрала». И вдруг он говорит:
Валера, ты что, обалдел? Я Клава. Так вот, вопрос заключается в чем? Вопрос заключается в том, что нужно прививать любовь к нашим женщинам. Что нужно показывать этих женщин красивыми. Так. И тогда отпадет вопрос, что кого-то нужно гнобить за то, что они... Вопрос ведь заключается в том, что, посмотрите, я выхожу, вижу, на дорогах стоят эти женщины, они похожи на женщин. Тарас, а мужчины Тарас, могут в этом содержать? Проблема? Разве в этом проблема? Тарас, не знаю, самая большая проблема, что в этом обществе привыкли ненавидеть. В этом обществе ненавидят всех. Ненавидят богатых, ненавидят бедных, ненавидят геев, ненавидят грузинов, ненавидят евреев. Все друг друга, все почему-то, кто-то, горожане ненавидят сельских жителей. Сельские жители не считают за людей горожан. И тому подобное. Проблема в том, что нам комфортно ненавидеть, потому что за счет ненависти мы реализуем какую-то свою вот глубокую несчастность. Про это было хорошо сказано в хорошем классическом фильме «Заполняй внутреннюю пустоту». Когда нечем жить, живешь ненавистью. Гораздо сложнее, извините за трюизм, гораздо сложнее жить любовью. И вы гей. Я у вас прошу сейчас очень осторожненько. У вас не было другого опыта, вы родились... Опыта общения с женщинами, интимного опыта общения с женщинами. То есть вы родились и сразу потянулись к... Ну да, с 14 лет, когда у меня начался период полового созревания, собственно, как... Природа да. сработала. Вы не общались с женщинами нет, никогда? Нет. Вам а было... что? Подождите, вам, Тарас, вам было всего... Ну, вы знаете, в отеле такие есть честно. Вечером, задешево. Тарас, вам было всего 14 лет. А откуда вы знаете, что природа ваша вот заключается в том, чтобы вы общались с мужчинами? У вас не было опыта общения с женщинами. Ну, вы знаете, я могу сказать, каким образом это у меня в 14 лет прививалось. Когда мои как бы одногодки рассматривали какие-то порнографические журналы, либо какие-то картинки, на которых были изображены голые женщины, я к ужасу для себя понимал, что мне это неинтересно. Что мне просто, ну, как бы они, ну, когда я вижу женскую грудь, она у меня абсолютно не вызывает никаких эмоций. Как ваши родители? Вы откровенно общались с вашими родителями? Как ваши родители реагируют на то, что вы пытаетесь организовать гей-парад в Киеве? Я думал немножко, что вопрос будет про другое. Про что? Вопрос будет про то, как они отреагировали, когда они узнали по поводу моей сексуальной ориентации. А что они вам сказали? Ну, изначально это была какая-то такая реакция, слезы и тому подобное, но прошло уже очень много времени, и теперь у меня очень хорошее отношение, как бы эта проблема вообще выходит за рамки нашего общения. Ну, какие слова вы нашли для родителей, чтобы успокоить их, и чтобы они смирились с вашим выбором? Вы знаете, я не пытался тогда кого-то успокаивать, потому что это был подростковый максимализм, 18 лет, и я просто это выплюнул из себя, выплюснул наружу, как какой-то протест. Вот, посмотрите, давайте выступите инициативой. Давайте сделаем парад счастливых гомофобных семей. Ну давайте, почему это не сделать? Я даже вижу, кто возглавит этот парад. Кто пойдет? А почему? Они первой колонной. Они проводятся. На самом деле гомофобные парады проводятся уже, наверное, года три. Есть такая общественная организация «Любовь против гомосексуализма». И они периодически проводят свои фестивали в центре Киева. Официально? Да. В центре Киева с плакатами. Где вы в это время, когда они на улице? Ну, где мы? Ну, мы занимаемся какими-то своими делами. Ну, они имеют право... Он перекрывает им движение. Они имеют право выражать свою точку зрения. Я имею в виду, что детей нужно воспитывать. Конечно, нужно воспитывать. Нельзя ждать до 14 лет. Нужно, чтобы мальчики понимали, кто такие девочки. Чтобы девочки понимали, кто такие мальчики. Вы думаете, Тарасу не объясняли, в чем разница между... Думаю, что нет. Нет, до 14. Нет, я понимаю, что вы на самом деле косвенно понимали, потому что вы в туалет ходили. У меня с сексуальным воспитанием достаточно хорошо сложилось. Как бы у меня не было вопроса, откуда берутся дети, например, в 7-8 лет. Я прекрасно понимал. И в 14 лет у меня начались сомнения в отношении того, что со мной что-то не так. Это нельзя сказать, что я в 14... признался, что я гей и начал всячески реализовывать свою сексуальную ориентацию. Этого не было. У меня сомнения начались. У меня в период 16-17 лет, когда я еще был прихожанином одной из евангелистических церквей, у меня была жуткая депрессия. Я полтора года был в жутком состоянии, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что с тобой что-то не так, а с другой стороны, ты находишься в обществе, в котором таких, как ты, ну, за людей не воспринимают, понимаете? А как вы поняли, что как это негативная в обществе реакция? Кстати говоря...
Ну, по-моему, это очевидно. Ну, как очевидно? Шутки в отношении геев, да, разговоры в отношении геев. При самом бытовом общении, когда написали, Вася пидор. Нет, никто не отрицает. Вася пидор. И пидор подразумевается то, что он занимается сексом с мужчинами. Ущербный. Да. И это же синоним того, что он плохой. Достаточно выглядеть чуть-чуть по-другому, чтобы тебя просто избили. Разная социальная категория, допустим, да, о которой ты говоришь. Да, люпинская, агрессивно настроена. Ребят, давайте я представлю вам сейчас следующего гостя. Похоже, что это как раз один из тех людей, кто горячо протестовал против проведения гей-парада. Главный атаман международной общественной организации «Верное казачество» ЕСАУЛ Алексей Селиванов. Впервые в студии «Разбора полетов». По-моему, очень молодой человек. Прошу вас. Здравствуйте, Алексей. Я могу спросить, сколько вам лет? Можете. Сколько? Вот, извините, чуть больше 30. Чуть больше 30? Тарас, а вам сколько лет? 28. Ну, вы практически ровесники. Откуда такая вот неприязнь? Казаки, вы знаете, они как лейкоциты. Угу. Вот, когда какая-то зараза вот в обществе появляется, то они почему-то собираются и эту заразу выдавливают. Так. Мне лично, как казаку, как гражданину Украины, как православному, не нравится, что какие-то люди, которые пропагандируют то, что мы считаем извращениями, выносят это из своих квартир, из своих спален, выносят это на улицы моего города. Поэтому, если они это не пропагандируют, то, скажем так, их грех не усугубляется. Но... А почему вы сегодня вооружились плетью, я могу спросить? Что это за демонстрация? Это не плеть, это традиционный казачий аксессуар, это нагайка, она... демонстрировать здоровую, это вот традиционный предмет здоровой иерархии в казачьей семье. Хорошо, что Тарас никаких своих символов не принес. Слава Богу. Что у нас началось сегодня? Есть кожа. Что бы случилось? Это для ролевой игры. Сделай ему больно, старик. Я хотел бы сказать, формулировка есть одна. Не нравится, а есть, как сказал молодой человек в видеоподборке, есть позиция истреблять. Он там молодой, он такой пугающий молодой человек сказал, их нужно ссылать в резервации, Тарасика, в гетто, либо убивать их. Он, ничего не зная о жизни, уже призывает. Вам какая? Вы придерживаетесь представления о том, что они имеют право, пока не высовываются? Как гражданин Украины, я понимаю, что эта позиция обоснована, пока они не высовываются. Но, как разумный человек, я понимаю, что... пропаганда гомосексуализма замешана во многом на лжи. То есть сначала они говорили, что отмените преследование за гомосексуализм. Отменили, все, окей. Теперь они говорят, дайте нам проводить парады. А завтра они будут, как на Западе, говорить, любого священника, который скажет, что гомосексуализм это грех, надо сажать в тюрьму. Я не хочу, чтобы так было. Тарас. Ответ. Ну, что мне сказать по этому поводу? На самом деле, я... Вчера, либо позавчера я прочитал одну очень интересную листовку, которую распространяли противники гей-прайда, и там было написано, общее содержание такое, что ювенальная юстиция вводится в Украине для того, чтобы у нормальных украинских семей забирать детей, отдавать их гомосексуалистам украинским, они их будут продавать... в сексуальное рабство педофилам на Запад и на органы, точно так же на Запад. Каждому цинизму есть граница. И бывают некоторые такие моменты, что ну, на них сложно, их сложно комментировать, на них сложно, что-то отвечать. Что такое пропаганда гомосексуализма? Пропаганда гомосексуализма — это распространение информации в обществе по поводу того, что гомосексуальная ориентация является вариантом нормы, точно так же, как и гетеросексуальная. Слушайте, так мы за пропаганду можем и Малахова сейчас спросить. Можем и с Малахова спросить за пропаганду. Нет, я вам скажу, что я считаю, у нас в программке написано, что детей до 17 лет на спектакль не допускают. У вас есть ограничения. Так? Конечно. Mm-hmm. Я тоже считаю, что пропаганда недопустима. Я считаю, что подобные вещи должны смотреть люди, уже в какой-то степени состоявшиеся, определившиеся, и в этом я с вами абсолютно согласен. Но вот когда вы говорите, что вы будете выдавливать заразу, то я хотел бы, чтобы вы огласили весь список. Кого еще вы туда вносите? Угу. Вот кроме... Понимаете, потому что, может быть, меня тоже боятся. Может, у стариков потом после 60 начнут. Знаете, коллег еще, кого прямо еще. Прямо из меня делать и непонятно нет, кого. Нет, так я спрашиваю. Есть семья, что есть значит, папа, выдав? Есть мама. Каждый ребенок имеет право на маму и папу. Вот вы, и все. Вы видели отцов алкоголиков, которые избивают матерей?
А вообще я удивлен, до 17 лет, какие же дети до 17 лет, им умирать скоро уже, какие? Не, у вас ограничения, дети до 17 лет. Мы взяли по... Мои уже вовсю, с первого класса. Ну так пусть они нормально. С девчонками. Я не оговорился. Я мечтал услышать трактовку вот этого вот объяснения этого тезиса. Каким образом гомосексуалы влияют на семейные ценности? Боже, я все это слушаю. Леш, я думаю, да, сколько вам не говорить о прелести гомосексуальной жизни и так далее, вы никогда не пойдете и заниматься гомосексуализмом. Ну почему же? Я не соглашусь. Да, сфера чувств, она очень тонкая. Молодой человек, разочаровавшись там, может быть, его бросила девушка. А ему а что, она сказала, что я могу стать пидорасом еще? Да, да, он. А ему, правильно, Леш, а ему подсказывают, что есть... Он видит, что это нормально. Так он понимает, что это ненормально. А тут ему говорят, нормально, класс, иди к нам. Вот, он и приходит. Я читал о том, что большинство вот гомосексуалистов, они стали гомосексуалистами в результате того, что их кто-то соблазнил вот в возрасте 14-17 лет. Вы знаете... Среди ученых нет единого мнения по поводу природы гомосексуальности. У вас и ученые есть? Ну, у нас нету своих ученых, слава богу, есть очень много исследований по поводу гомосексуальности. Как в Америке, так и в Западной Европе нет единого мнения, откуда берется гомосексуальность. А так вы мне скажите, если вы говорите о пропаганде гомосексуализма, а как же тогда быть о пропаганде гетеросексуализма? Откуда берутся тогда геи? Если бы эта пропаганда... Минуточку, да, если бы эта пропаганда играла... Еще раз подчеркиваю. Убери руку. Вжился в роль. Молокошутя говорит, ты знаешь, я тебя как-то не любила. Вот порепетировали, я тебя полюбил. Вообще. Началось. У меня изменилось отношение к тебе к концу репетиции. Я приду к концу программы, ребята. Как-нибудь. Сейчас грузин на сборе. Еще раз мы хотим сакцентировать, Светлана. Леш, ну вот вы видите, что происходит. Да. Ну как с этим вообще мириться? Абсолютно. Вот. Казаки занимаются массой здоровых, полезных дел. Воспитывают молодежь, организовывают лагеря. Угу. Там нет речи о том, чтобы мальчик нравился мальчику. Там воспитываются здоровые ценности. И вот телевидение их не показывает. А стоит выйти каким-то двум персонажам в перьях и стразах, сразу все камеры на них. Почему? Почему о нас не говорят в связи с хорошими делами? Почему нас тут показывают как гомофобов? Хотя какие же мы гомофобы? Я не боюсь их. Это они нас боятся. Сначала дают заявку на марш, а потом отменяют. Ну, вот смотрите, вы встретились с Тарасом вот здесь. Тарас? Нет, подождите, Леш, а кто с нагайкой? Тарас, что ли, пришел, или вы? У кого бояться-то нужно? Вот я испугалась. Ну, правильно, поэтому бояться нужно мужчин, здоровых, сильных мужчин, а не непонятных существ. А как хорошо? А вы думаете, что когда мужчин боятся, это хорошо? Мужчин должны... целый комплекс. Так. Мужчина, настоящий мужчина тот, которого враги боятся, семья любит. Но вы Тараса считаете своим врагом идейным? Я считаю идейным своим врагом тех, кто считает возможным проводить публичные выставки и парады, в которых они пропагандируют гомосексуализм и говорят, что гомосексуализм это нормально. Тарас очень спокойно говорит на эту тему. Вот мы встречаемся. Еще несколько лет назад я был настроен, знаете, как вот молодой человек там, с такой, я дышал ненавистью. Я могу сказать, что мы встретились вот на отдельно взятом пятачке очень популярной программы. Тарас не вызывает у меня неприятия. Он просто хочет жить, как он хочет. Запомни, это я сказал. Он хочет жить, как хочет. Когда это принимает характер карнавала и хотят по улице Тверская пройти, каким бы я ни был толерантным, Тарас, вы можете мне парировать, каким бы ни был толерантным, что либо воспитан я так, сразу это вызывает. Никто в Восточной Европе никогда не планировал проводить никаких карнавалов. Все гей-прайды, которые планировались в Беларуси, в России, в Молдове, в Украине, они носили исключительно характер мирного правозащитного шествия. А почему? Потому что это не надо. У нас еще пока здоровое. Ой, боже мой. Да потому что общество у нас вообще не имеет карнавальной культуры как таковой. Так, ребят, подождите. Наш следующий гость знает, насколько толерантна Украина к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Лидер гей-форума Украины Святослав Шеремет в студии «Разбора полетов». Боже мой. Боже мой. Ну, теперь мы знаем, как выглядит... Я пересяду лучше. Меня казаки не поймут. Боится. Боится, значит, уважает. Куда хотите сесть? А куда-нибудь более естественно. Ну, хорошо. Так, друзья, ну, на самом деле, это было бы смешно, если бы не было так печально, Малахов. Да.
Я думаю, что это не самое большое доказательство вашего мужества. Вот, к сожалению. К сожалению. Что именно? Что именно? Вот помех. Переход? Да. Это элементарная брезгливость. Ну, вы хотите сказать, что незнакомый вам человек, Святослав Шеремет, что бы он в жизни собой не представлял, вызывает у вас априори... Его представили как гомосексуалиста. Как бы находиться с ним вместе рядом... Он же вас не агитировал. Вот скажите, а вы... Вы же против пропаганды. Вы музыку Петра Ильича Чайковского слушаете? Петр Ильич Чайковский не пропагандировал гей-движение, не ходил с радужным флагом по улицам и не говорил, что гомосексуализм — это нормально. Он был этим занят все время, у него не было времени. Он был занят написанием музыки. Что скажете? Я скажу, что мы здесь сидим как в какой-то архаичной стране, оперируем понятиями гомосексуализм, гомосексуалисты. Слушайте, люди добрые. Угу. В мире, еще до того, как Украина обрела независимость, убрали из диагностики вообще само понятие гомосексуализм. Гомосексуалист – носитель диагноза. Диагноза нет уже 100 лет. Есть социальное явление – гомосексуальность. Это про любовь и про права человека. А гомосексуализм как болезнь – давно-давно нет. О чем мы здесь говорим? Статистика. В крупных городах Украины около 200. Это очень важные цифры. Я сейчас без тени иронии приведу вам. Это все условно, но слушайте цифры. В крупных городах Украины около 200-250 тысяч мужчин в возрасте от 15 до 49 лет практикуют однополый секс. Это вы про архаичную страну. Это очень... А их общее количество вместе с лесбиянками, бисексуалами и тому подобным... тому подобным, шеф-редактор написал, и тому подобным, составляет от 800 до миллиона человек. Вы могли бы себе представить, что в телевизионной программе на главном канале страны где-нибудь, кто-нибудь вот такую большую цифру бы опубликовал? Мы маленькими шагами движемся к тому, чтобы позволять всем быть такими, какие они хотят. Я знаете, что сделаю? Поскольку я был самым отчаянным гомофобом, я, Леша, вам сколько лет? 57 или сколько вы молодой? Чуть поменьше. Вот я хочу вам сказать вот что. Вот мы же за столиком, я впервые в моей практике без клоуничания поменяю дислокацию и сяду к Святославу. Садитесь на место Атара. Ребят, смотри... Ёлки-палки, опять. Леша, скажите, а вы когда-либо видели, как проходят гей-парады? В интернете. Только, а что вас так интересует? Ну, я не хожу с ними одними и теми же дорогами, поэтому... Ну, вам интересно, как это выглядит? Трудно не заметить в лентах новостей эти кадры, если они, если СМИ раскручивают их очень широко. А я ни разу не видел. Я ни разу не видел. Любой новостной сайт, посвященный там новостям, допустим, России, обязательно, если в Москве случилось побоище, обязательно освещают эту тему. Мы все обладаем какими-то... ложными стереотипами, предубеждениями, установками о том, что геи — это что-то страшное, что-то ужасное, что надо изгнать, запретить, изолировать, отправить в гетто. Святослав, мы не первый раз обсуждаем в этой студии эту тему, не буду говорить проблему, эту тему. Да. И среди наших героев был один человек, который сказал, что действительно у него сексуальный опыт был общение, однополого общения был очень рано, и потом, через несколько лет, он вдруг понял, что он гетеросексуален. Угу. Такое возможно? Кто это сказал? Ну, был у нас Ник здесь, Ник Картер. Ник Картер. Вы знаете Ника Картера? Чудный мальчик. Так. Как вы это ласково сказали. Да, чудный мальчик. Но по сути, Ник – это человек, который, по сути, излечился. Вы не верите в то, что это возможно? Видите ли, когда человек приходит в церковь и становится монахом, он отказывается от всех своих сексуальных импульсов. Так. Это решение человеческой воли. Я не буду делать так, как мне требуется. Угу. Гомосексуал, гетеросексуал, представитель любой сексуальной ориентации может дать себе внутреннюю установку. Но откорректировать сексуальную ориентацию практически невозможно. Когда родители узнают, что их ребенок не такой, они говорят прочь из нашего дома. Почему? Вы при этом присутствовали хоть при одной ситуации такой? У нас они задокументированы здесь. Эти исследования ведутся Национальной академией наук. Но тут как бы тоже нужно понимать такую вещь, что если мы рассматриваем жизнь как жизнь, то, в общем-то, продолжение жизни связано с женщиной. Во всяком случае, в отношениях мужчины и женщины. Понимаете? И я не могу здесь не понимать, то есть вы должны понимать, что, конечно, когда... человек, там, лесбиянка или гей говорит своим родителям, то родители понимают, что, скорее всего, не будет внуков.
не будет продолжения жизни. То есть согласитесь, что это не такое простое решение. То есть ведь все-таки мы созданы, как Светлов сказал, я не начало жизни, не отец, я продолжение жизни, я отец. Понимаете? Поэтому вы тоже должны понимать, что как бы легко относиться к этому сложно. А соседи, наверное, не хотят, чтобы кто-то говорил их детям, что это нормально и хорошо. Ну, понимаете, я тут много проблем. Потому что, понимаете, я вам скажу, что а что вы делаете для того, чтобы пропагандировать не мужчин, а семью? Что вы сделали? Что, вот я еще раз повторяю, а что лучше, когда мать из шахты похожа на мужчину, а отец пьяница? И разве это легче? Почему с этим, не борются казахи? Что у вас за... Это библейская картинка. 14 век. Франция. Давид и Иоаннафан. Вы видите эти трогательные любовные объятия? Подождите, вы сейчас пытаетесь нам продемонстрировать в гомосексуальной связи божественное. Вот это начинается реклама. Божественное. Да, что, да. Что вы пытаетесь? Я хочу процитировать Библию, коль скоро Алексей о ней завел речь. «Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Вторая книга Царств. Глава 1, стих 26. Это Святое Писание. И мы категорически за то, чтобы любой представитель традиционных конфессий мог цитировать, свободно пропагандировать все, что написано в Святом Писании. Хорошо. Что вы ответите на такую цитату из Библии? Книга Левит. Какие фундаментально готовые люди пришли! Ложащиеся с мужчиной, как с женщиной, мерзость перед очами Божиими. И да будут преданы смерти. Кровь их на них. Правильно? Книга Левит. Это да. Продолжение этой цитаты, ну, да? Практически, да. Пожалуйста, проходите на Крещатик, на Майдан, пропагандируйте. Кто же запрещает? Вы знаете, у нас есть 37-я статья Конституции. Там есть только две вещи, которые нельзя пропагандировать. Насилие, насилие и войну. Две вещи. Все. Мы живем в свободном информационном мире. Ребят, подождите, мы сейчас вам напомним, как гей-движение заявляло и заявляет о своих правах по всему миру. У нас есть один сюжет, а потом мы продолжим разговор. Внимание на экран. З 1969-го гей-паради як символ руху за права секс-меншин крокують світом. За популярністю вони не поступаються традиційним карнавалам та технопарадам. Їх немає хіба що в Африці та Азії. У Німеччині наймасовіші проходять в Кьольні та Берліні, так званих гей-столицях країни. В Австрії щорічний парад називають веселковим, в Голландії – рожевою суботою. А в Австралії гей-прайди просто влилися у традиційні карнавали. Наймасштабніший у світі гей-прайд щороку проходить у бразильському Сан-Паулу. 2007-го він зібрав рекордні понад 3 мільйони геїв, лесбійок та трансвеститів. Уряд не тільки не заборонив проведення заходу, а й забезпечив йому належну охорону. А найскандальнішим став 12-й гей-парад в Амстердамі. Серед його учасників були неповнолітні. Дітей гомосексуалів морально підтримували батьки. Москва не Содом. Такими закликами неофашисти зустріли першу спробу провести гей-парад у столиці Росії. Перший захід відбувся там лише у 2010-му після відставки міського голови Юрія Лужкова, відомого своєю гомофобською позицією. Парад із 15 учасників протривав тоді рівно годину. Знаєте, я до того, як робив цей спектакль, робив спектакль, називається «Про людей і мишей». Стейнбека. И я там в одном из интервью, когда меня спросили, о чем спектакль, я сказал, что это спектакль о любви двух мужчин. Но я вовсе не имел в виду секс. Не путайте любовь с сексом. Понимаете, мужчины могут любить друг друга и отдавать жизнь за друг друга. Но это не обязательно секс. Понимаете? Я однажды был в гостях у одной хорошей девушки, она мне показала книжку, выпущенную какой-то структурой вот этой вот, ЛГБТ. Там 100 известных геев или что-то в этом роде. И там Пушкин, все с копом вообще. Только на том основании, что он где-то в одном из писем написал там «любезный друг». Да. У нас казаки старшего поколения в нашей организации вспоминают, как они могли ходить по Крещатику 30 лет назад, обнявшись своего друга за плечо, и никто не думал, что они там чем-то занимаются между собой. Совершенно. Сейчас просто благодаря вот этой вот роли, вот этому навязыванию, этой пропаганде, любое проявление какого-то внимания и дружбы к мужчине, который вот там взял его за руку, все, уже извращение. Зачем гей-парад? Зачем гей-парад? Зачем? Вот чтобы вскрыть этот гнойник гомофобии на теле украинского общества. Мы говорим, на стране 800 тысяч... Что значит, объясните, что значит вскрыть? А это означает, что сила противодействия равна силе действия. Будьте вы все прокляты, этим закончится программа.
Мы с Юлей встанем, будьте вы все прокляты, пойдем отсюда. Не, ну это что значит вскрыть? Нет, тут на самом деле Святослав, наверное, имеет в виду показать реальную ситуацию, которая в Украине существует с гомофобией. Показать ту границу цинизма, которая существует. Но вот представляете, когда сравнивают национальную безопасность с гомосексуалистом, туда приплетают гендер и еще сверху добавляют ювенальную юстицию. Ну, понимаете, любой думающий человек, который, ну, я думаю, достаточно до 11 классов, хорошо проученных, чтобы понимать, что это абсолютно разное явление. Вот этот вот баразматический... Алеша, у вас есть семья? Информационная пропаганда, которая идет. Ну, вы молоды, у вас будет семья. А у меня есть семья. А у вас есть семья? Конечно, я живу с любимым бойфрендом. Не говорите мне про такие семьи. Слава богу, что у меня такой нет. Я пошел туда, давай, Алеша. Перед концовкой. Вы знаете, я сейчас убедился в том, что вот пришел на передачу... Чем она закончится, я как бы не предполагал, но я понял одно, что вот мы с Малаховым и с Маклаковым поставили очень правильный и своевременный спектакль. И придите к нам и посмотрите, о чем мы в нем говорим. Да, серьезно, это серьезно. Когда на одно... Образно говорю, на общество поделено, действительно. На одной лестничной площадке, как спектакль, у нас живет полицейский, такой, который вот похож на нашего героя, казака, и, с другой стороны, трансвестит. Ранимый такой, яркий, самоироничный и так далее. Которые не воспринимали друг друга ни в какую. И вот жизнь повернула. О любви такой, как мы говорим, о сексе, нет речи. Человечность, которая покорила, вдохновила и сделала их друзьями, людьми. Все равно мы люди, понимаете? И нам придется договариваться и уживаться. И нам жить на этой планете, друзья мои. Сколько можно воевать? Ну, вот я хотел сказать, что я считаю очень важным доносить до наших детей информацию, чтобы они не огульно не крестили, не навешивали ярлыки, чтобы они... С другой стороны, я считаю правомерным, что пропагандировать это нельзя. Нужно отличать пропаганду от информации. Блестяще. Да, ну и только в таком случае мы будем уважать друг друга и любить за то, что мы есть уж такие, какие мы есть. Это был «Розбір Польотик», мы зустрінемося за тиждень на все добре. А теперь попрощайся с каждым по отдельности. Спасибо за блестящее участие. Спасибо вам.